Всем привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео поговорим с вами про танк СТГ Гвардеец, поскольку недавно брал 3 отметки на объекте 416, потом записывал про него видео и в целом высказал свое мнение, что СТГ Гвардеец будет получше во всем, особенно в тех параметрах, которые напрямую повышают комфорт игры. Поскольку некоторые параметры, они не особо-то нужны, им редко когда воспользуешься. Так вот, в этом видео будем говорить про СТГ Гвардейца, как он себя чувствует в нынешнем рандоме, стоит ли на нем играть или нет. Итак, танчик появился у нас в 2017 году. На то время я его уже получил практически сразу. Взял 3 отметки, это было не совсем легко, поскольку танчик, я считал, на то время был, ну, обычным. Если говорить о его силе и имбовости, то звезд неба он не хватал. А вот что касаемо геймплея, он был необычный, поскольку это была такая, скорее, СТ-шка крыса-читер из кустов, но при этом заднее расположение башни, не самый быстрый полет снаряда, обычное пробитие и замечательная альфа 390, как для СТ-шки 8 уровня. В целом, геймплей был такой, специфический. В то время как этот танчик появился у нас в игре, мнение у меня было такое, что он в целом никому прям в первую очередь не нужен, но для разнообразия, для старичков игры покататься на нем можно, чтобы превозмочь его геймплей. Но вот в патче 1 сколько-то там, этот танк апнули, добавили мощности двигателя, на одну секунду ускорили перезарядку орудия и улучшили стабилизацию. После этого танчик стал чувствовать себя намного бодрее. Он реально вяло ехал, а сейчас более-менее нормально. Вполне себе можно активно покататься по карте и поучаствовать в большем количестве моментов во время боя, а не просто изображать себя ПТ-шку, которая сидит в одном кусту просто потому, что никуда не успевает. Улучшение ДПМа тоже это напрямую ап, и урон набиваться высокий стал намного легче. Ну а улучшение стабилизации это просто немного комфорта. Я бы не сказал, что стабилизация у танка прямо шикарная даже после апа. Она просто более-менее. В ватные танчики можно стрелять практически особо не сводясь на средних дистанциях. Но если нужно попадать в уязвимые зоны, нужно останавливаться и долго ждать, пока пушка сведется. То есть танчик был в принципе в балансе, неплохой. Ну а теперь в целом даже норм. И вот недавно я на нем покатал. Результат был гораздо лучше, чем на объекте 416. Средний урон был выше, играть было легче, приятней. Жопа у меня от него не пригорала, потому что не от чего. Здесь УВН на СТГ Гвардейце в 2 раза лучше. 6 градусов. На низком танке 6 градусов УВН это очень хорошо. Если бы танк был большой и высокий, то конечно 6 градусов бы не хватало. Но на низком плоском танке 6 градусов это прямо удобно. А вот на объекте 416 3 градуса. И их не хватает вообще ни на что. Это вообще неудобно. Уже только в этом плане гораздо легче играть. Также еще у СТГ Гвардейца альфа 390. На тех картах, где невозможно сыграть геймплей кемпера, снайпера, крыса-читера из кустов, намного легче выехать, бахнуть на 390 или хотя бы попытаться и заехать назад в укрытие. Вам не нужно играть от ДПМа. Просто наносите свою альфу в тот момент, когда вам удобно и враги позволяют, и все. И в таком геймплее у вас тоже будет более-менее нормальный урон. А вот на объекте 416 пукать по 300 такое себе. И нужно играть от ДПМа, выезжать чаще, чаще подставляться. А играть неудобно, поскольку нужно каждый раз пытаться там на рельефе свой танчик как-то умастить, пока ты с ним мучаешься. Стабилизация так себе, мягко говоря. Пушка, ну нифига не точная. У СТГ Гвардейца точность орудия гораздо выше. Разброс на 100 метров у СТГ Гвардейца 0.33. А вот у объекта 416 0.37. Разница огромная. Хотя в клиенте игры у СТГ Гвардейца почему-то у меня было написано точность 0.35 на пустом танке, а на сайте написано 0.37. Ну да бог с ним. В принципе, в любом случае у СТГ Гвардейца точность лучше. Альфа больше, пробитие ББшкой больше. 212. Да, казалось бы, это обычное пробитие, танки насквозь куда попало не попробиваешь, но с нормальной точностью, с удобствами из-за хороших УВНов, нормально выезжаешь, стреляешь и все в комфорте. В отличие от объекта 416, где все неудобно, все криво, сикось, накось, нигде пушка не опускается, так еще и альфа малюсенькая и пробитие ББшкой 201.
Вот там реально ничего не пробивается. Там даже уязвимые зоны некоторых танков нифига не уязвимые. А если еще и ВБР открутит пробитие вниз, то все. Да, пробитие голдой в объекта 416-330 кумулем. Но с неудобствами и кривыми пушками попробую еще реализовать ДПМ с этим пробитием. Да, иногда будут случаться ситуации, когда вы заняли позицию, враги перед вами стали и такие: ДПМят нас ДПМом, постоим, подождем. Да, в такой ситуации объект 416 налупит много урона и быстро. Когда такие ситуации будут происходить, да это просто стечение обстоятельств. А вот на СТГ-гвардейце можно реально просто ездить по бою и заниматься игрой. Да, на каких-то картах будет проще, на каких-то сложнее, но в общем и целом можно просто принимать участие в игре, набивать свои циферки, фармить серебро, и все будет нормально. Да, пробитие у нас голдой под калибр 248. Честно говоря, я за весь стрим ни разу голдой не стрелял вообще. Средний урон у меня получился вроде бы 2800 за стрим, а на объекте 416 средний урон получился за стрим 2600. При этом на объекте 416 я весь стрим пригорал, было неудобно, неприятно. Частенько стрелял голдой, потому что бронированные танки подставлялись и нужно было хоть какой-то урон хоть как-то набивать. А вот на СТГ гвардейце я носился по всей карте, выдавал свою альфу, ничего не пригорало у меня, потому что было удобно и приятно на нем играть. И от альфы гораздо легче геймплей. Я даже не помню, чтобы у меня за весь стрим хоть раз пригорело. При этом голдой мне не пришлось стрелять, потому что я могу поехать, как мне надо, подъехать к врагу, стрельнуть ББшкой куда хочу, и все. И мне не надо мучиться со своими 3 градусами. Да, СТГ гвардеец по-прежнему я не считаю имбой, но вполне себе достойный нормальный танк. На нем удобно, приятно играть, и если вы по скиллу хороший СТ-вод, да и на ПТ тоже умеете играть, то СТГ гвардеец будет вами реализован с легкостью. Да, по-прежнему это заднее расположение башни, да, он горит в лоб, как и объект 416. Тут тоже много маскировки, да, ее чуть-чуть меньше, чем объекта 416, но нафиг она нужна на некоторых картах, если там канавы и коридоры, где вы лупитесь врагом в лоб в лоб. А на тех картах, где есть у нас кусты там всякие, стрельба с кустов на расстоянии, вы там тоже не будете светиться. Разница по маскировке не сильно большая. Но вот во всех остальных параметрах СТГ гвардеец гораздо лучше. Вот и выходит, что премиумный танк у нас в игре 5 лет, и его успели еще и апнуть. И он изначально был лучше. На нем легче и приятнее играть, он лучше подходит под игру. А вот объект 416 у нас находится в игре 9 лет, его ни разу не апнули, и он нахрен никому не сдался. Потому что что? Он не продается за деньги, его можно просто выкачать. А вот СТГ гвардеец приносит бабки. Но гвардеец еще и продается за боны. Я бы за боны его с радостью бы взял, но он у меня уже и так есть. Поэтому если вы нормальный игрок и задумываетесь о том, стоит ли брать гвардейца или нет за боны, то это вполне себе хороший танк. На нем можно нормально отыгрывать без пригорания жопы. Если сравнивать с тем же самым объектом 416, который вроде бы примерно практически такой же танк, плюс-минус, но в разы хуже по итогу. При этом при всем на СТГ гвардейце я играл досылатель-стабилизатор вентиль, ремка-аптечка до паёк. А на объекте 416 пришлось поставить досылатель-стабилизатор улучшенный прицел. И все равно на СТГ гвардейце орудие было лучше по точности с вентилем, чем у объекта 416 с улучшенным прицелом. Поскольку СТГ гвардеец изначально обладает намного лучшими параметрами точности орудия, чем объект 416. То есть тут можно еще и повыбирать, какое оборудование поставить. А вот на объекте 416 там особо не повыбираешь, там танк всратый изначально. Вот такое мое мнение про танк СТГ гвардеец и объект 416. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки, всем пока.